Здравствуйте, уважаемые подписчики, канал Боумастер. И сегодня мы хотим объявить новый аукцион. До этого у нас много было луков, решили немножко изменить вектор, так сказать, да, и переключиться на арбалет. И сегодня нашли вот такого красавца, да, это у нас Пуэлан Кайман. Чисто случайно нашли, не знали, что они у нас есть. А с ним есть небольшая проблемка, видимо, для каких-то гарантийных обязательств с него сняли перещелкиватель на замке, который регулирует наклон. Да? То есть сейчас никак не закреплена планочка вивера, и она может свободно наклоняться. Исправить это довольно легко, сюда можно винт, например, затянуть, да, плотно. Либо, если захотите какой-то наклон регулировать, то варианта два, там что-то подкладывать, либо вот сюда вставлять гвоздик. В общем, тут у кого руки растут откуда надо, все это сделать легко. У кого растут не надо, с советами старших товарищей тоже справиться. С этим проблем нет. И так, есть некоторые потертости по корпусу, потому что арбалет пролежал на складе, наверное, года 3. Да. С ним в комплекте идет оптика четырехкратная, 4 стрелы, кивер, ставить его не стали. То есть, в принципе, арбалет в заводской комплектации. Цена. Цена стартовая 500 рублей. Да. Шаг аукциона мы ограничивать не будем. Единственное, что без копеек, да. А так, сколько хотите. Дата завершения. Пусть это будет 8 декабря, да, по традиции 12 часов. Будет завершение уже торгов, и кто последний, того и тапки, как говорится. На всякий случай напомню, что доставка не бесплатная, да, то есть. Сколько там будет стоить, это уже там либо почтой, либо транспортной компанией расчет в зависимости от вашего города. Самого, естественно, бесплатно. На этом все, что хотелось, то сказали. Так что, кто заинтересовался, участвуйте. По истечении этого аукциона еще некоторые объявим. Так что, я так думаю, что будет интересно тем, кто не имеет возможности покупать какие-то манкунги, да, там, 300-й серии, 400-й, арбалет охота, причем не пистолетный. На этом все, до новых встреч!